В России сейчас очень популярна реклама так называемых спайсов. Это травяная смесь, которую часто продают под видом благовоний. И приобрести ее можно как и в магазине, так и в интернете. Официально к наркотикам спайсы не относятся, но специалисты утверждают, что те, кто сегодня употребляют данное вещество, скорее всего, завтра пополнят ряды настоящих наркоманов. Этой проблемой обеспокоены и в нашем регионе. Употребление спайсов школьниками и молодежью республики и как с этим бороться, обсудили на антинаркотической комиссии. Начальник госнаркоконтроля Чувашии Евгений Барсуков говорит, что очень много нападок на их ведомство. Якобы ничего не делают и проблему со спайсами решить не могут. Но пока вещество не запрещено, оно в их юрисдикцию не попадает. А законы, к сожалению, за изготовителями всевозможных веществ не успевают. И предпринимаемых мер профилактики недостаточно. Чтобы справляться с проблемой, нужна слаженная работа родителей, образовательных учреждений и соответствующих ведомств. Венера Захарова, заместитель главы администрации Калининграда, Ленинского района, предложила усилить профилактическую работу в школах. Мне надо усилить работу психологов, наверное, в образовательных учреждениях на предмет агрессии. У них же есть тесты, исследования и диагностики агрессивности в подростковой среде. Может быть, надо начать с таких исследований тоже. Агрессивность в детской среде надо начинать изучать вот с 4 класса. Ситуация в нашем регионе, с одной стороны, достаточно благополучная, сообщил Евгений Барсуков. Но долгое время такую позицию мы удерживать не сможем. Хотя почтовые каналы поставки спайсов перекрыты, с доставкой по интернету бороться невозможно. Больше того, торговцы спайсами наглеют с каждым днем. Приходят в школе, прямо торгуют. Учителя боятся связываться с ними. Народ неуправляемый и прочее. Ну, в моем понимании, хоть собери, создавай дружины, из родительский комитет, сажай на уроках и прочее. По мнению госнаркоконтроля, нужно жестче спрашивать со школьных охранников и наказывать их, если факты нарушения будут выявлены. В конце концов, нанимая частные охранные предприятия, родители надеются, что их дети будут в безопасности. А появление в школах спайсов – прямая ей угроза. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Николай Яковлев. Республика.